Я люблю играть в футбол, в настольный теннис и плавать. Ну, на футбол, на соревнования ездим. Ну, мы ездили на соревнования на стадион Сибири «Заря». Из школьных приветов мне больше всего нравится информатика, потому что там есть интернет. Можно на уроке ВКонтакте сидеть. И играю там в Skyrim. Ну, это рыцари, где там древние времена еще. В будущем я мечтаю стать программистом, потому что там можно работать с компьютерами. Мы ездили в Шерегеш. Мы там на сноубордах катались, на лыжах. Мы на багелях поднимались туда и скатывались с нее. Ну, первый раз нас учили кататься инструктора, потом уже сами. А в будущем я хотел побывать в Бразилии. Там, потому что лето почти всегда тепло. Идеальная семья – это когда дома вся семья есть. Мама, папа, дети, когда все спокойно, нормально дома.